Выставку, посвященную развитию и становлению еврейской автономной области, открыли для жителей Биробиджана. Это несколько баннеров, на которых изображена история региона от его основания до сегодняшних дней. Небольшой объем и легкость в установке делают выставку мобильной и открывают возможность быстро развернуть ее в любом удобном месте. Выставка достаточно мобильная. Она проработает здесь по мере необходимости, сколько будет востребовано. Затем можно эту выставку предложить и в школу, в любую, и в любой район. Познакомиться с работами можно в фойе кинотеатра «Родина». Учитывая ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и запрет на проведение массовых мероприятий, кинотеатр – одно из немногих культурных учреждений, которое продолжает свою деятельность. Это наиболее удобное, свободное место. Как раз здесь помещается вся эта выставка, а люди, приходящие на сеанс в наш кинотеатр «Биробиджан», «Родина», они имеют возможность потратить полчаса, 10 минут, 15 минут для того, чтобы ознакомиться на стендах с популярной информацией, доступной информацией об истории нашей области. Создание экспозиции стало возможным благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Причем выставки, организованные на грантовые средства, уже проводились ранее. Так, одна из них располагалась в Биробиджанском вокзале, встречая приезжих и гостей города. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.